Я извиняюсь, еще раз повторим. Вот у Жени день рождения у нас, мы его поздравляем и желаем его шашлычка покушать. Ну, как мы это мариновали, все, расскажите. Свинина, соль, перец и лук. Все, больше ничего сюда не нужно класть. Все остальное это уже, на мой взгляд, извращение. Хотя приправками можно побаловаться. Так. Курица тот же самый набор. Только сметанка и томатная паста. Так. Грибочки, сметана, соль, перец. Понятно. Все ясно. Народ тут у нас гуляет, шашлыки жарятся. Выпивают и закусывают. Вот. Молодцы. Стараемся. Мирно, да? Ну вот. Вот такой сегодня распорядок. Слава богу, погодка сегодня не холодрыга, как в предыдущие дни. Так что все нормально. Чуть ветерок, тепло, все хорошо. Будем смотреть себя на ютубе. Да, будем смотреть тебя на ютубе, Жень. И тебя тоже. И тебя тоже. Меня там уже на ютубе хватает. Ну и будет еще. Операция прощелкала одним местом. Вот, тут уже все мясо съели. Главное не уронить. Все мясо пожарили. Кого не уронить? А, вы же не на мой. Снимать хоть. Так, снимать теперь надо... пойдем посмотрим. Сказали, снимать надо там. Или тут. Ай-яй-яй-яй-яй, какая красотища. А, слюни прям текутся. Вот тут приправка. Это что? Кетча кто? Кетчанес. А как это по-русски будет? Вот так. Кетчуп с майонезом. Прикольно. И вот она, мияса. Вкуснячая. Тут и лавашики, и закусочки, и выпить, и покушать. Все есть. Одновременно. Как бы и походная на природе, но и в то же время... Все тут есть на месте. Ай, какая вкуснятина. Вот они, виновники. Один виновник и второй виновник этого вкусного безобразия. Картошечку. Да, еще картошечка, оказывается. Вот, то есть это еще не все. Это только начало. Надежда у нас тут заправляет балом тоже, вот, контролирует все, так что все будет в порядке. У нас еще картофанчик будет. Пасхальные яйца. И все это дело будет на угольках сейчас. А что за картошка? Чья? Обычная черкеска? Картошка. Не черкеска? Кабардинская? Не знаю. Магните купленные. И как она приготовлена? Из нее вырезана сердцевинка, ага. И туда заложено сало с мясом. Понятно. Она вареная, не вареная? Нет, не вареная, свежая. Сырая, да? Ну, понятно. Когда будем распечатывать, там, там все будет, все видно. Будет видно, да. Понятно. Ладно, подождем. Дымануло, не дымануло. Ну что, вот на стол накрыто. Давайте, наливайте. Это специальным образом вот приготовление приправы. Индюха колдует потихоньку. Женщины там банкуют соками. Остальные ждут, слюнями исходятся. Гости приходят, хвостом виляют, их подкармливают. Вовсю. Слава богу, тут и косточки есть со стола, и огрызочки, да? Все есть, скажи. Хоть дворняга, хоть там в огородах. Слушай, какая образованная собака, смотри. Она не заходит. Не бросит. Она чует границу. Подкормили ее в очередной разик. Ну, наша кошечка уже зажарилась. Картошка зажарилась, да? Собакуна хозяин забрал. Иначе день рождения можно было бы заканчивать. Она бы тут все поела. Шутка, конечно.
Ну и чего показываете? Буду показывать, что это. Да, что это за чудо картошка? Потому что людям интересно будет, что мы тут ели. Ничего пили, а что ели? Йоркширы, кстати, тоже не любят детей. Они вот почему-то именно взрослых, они ее уважают. А говорят, детей они ненавидят. Вообще собаки не должны убивать. Вот так. Должны по умолчанию. Вот такая... У нас питбуль, не собака. А запах такой, мама, отверстие и внутри сало. Картошечка получается сочненькая. Вот я на увидел. Причем по этому же рецепту шикарно получается в духовке. Духовка хорошо, а костер еще лучше. Они друг друга, вот так вот. Ну что, продолжается. Молодцы. Этого Петю хотели же.